Привитос, амигос. Продолжается инсайт. Многие жаловались, что в игре слишком темно. Ну, вот я сделал посветлее. Честно говоря, вообще сделал все, что мог. Светлее уже она, ну, вообще не станет никак. Сама концепция игры подразумевает темную дырку в заднице, понимаете? Я уже ничего не смогу, не могу с этим... Нет, блядь! Ах, опять жопу оторвало. Да что за ёб твою мать? Ну, я же рядом был. Знаете, что сказал бы Брежнев по этому поводу? Товарищи... А, хуйня какая-то. Че за, блядь, я почему не успеваю-то? Нахуй не успею, не успею, не успею! Давай, давай, Кенни, давай, беги, 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 давай, 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 ну сейчас или никогда, блядь! Успел. Ну, это хрен, а все, ну, блядь, взрывается. Так, а это чё? Ох ты, блядь, ничего себе. Не-не-не, подожди. Бери свои шаловливые ручонки. Пока рано. А, пока рано. Давай, давай, беги, ёб твою мать. Какого хрена? Еще и мусор, что ли, теперь будет летать? Все, нормально. Могло бы быть и посложнее. А, это еще не все. Что это такое? А, о! Это же заслоночка. Надежда моя и опора. Так, еще одну переждем. У них тут вся конструкция на малафье на какой-то держится. Что за... Так, а тут-то что мы будем делать? Бомбанул пердачок. Да что то, ёп. А ёп твою мать. И что это вообще за хуйня? Непонятно. Вообще непонятно. Значит, это должно прикрывать не лестницу, получается, а? Блять, рахит ёбаный. Вот так, наверное, да? Но я думаю, что я сейчас не успею даже по лестнице залезть. Мне пердак оторвёт. Катку слили, козлы. Опять раки на меду. Может, она не должна останавливаться? А, я понял. Надо, блядь, подкараулить таким, сука, образом волшебным. Чтобы, блядь... Вот, вместе с ней пробежать. Быстрее крутись, сука. Блядь! Бля, это просто удача. Фор... О, фортуна. Сейчас еще раз. Бум. Бом-бом. Бля, вообще батя прошел по красоте. Просто по красоте. Ордена рыцарского. Так, сейчас тут уже не долетает или долетает? На всякий случай подожду, а то хуй вот поймешь. Поехали! Ты ебанулась, что ли? Хорошо, хоть, блядь, чекпоинт здесь. Бом-бом-бом-бом. Почему сюда? Блядь, дичь какая-то. А, тут какой-то шок-тест, что ли? Смотрите, манекены в колбасе. Зачем в таких масштабах, правда, это делать непонятно. Оу. Хм, еще и здание рушится, блядь. Вот именно в этот момент, когда я пришел, да? Так, стопэ. Это манипулятор, за ним можно загаситься. Вот так вот, когда он, ну, когда он внизу. Вот я выбегаю вот сейчас. Бегу, бегу, бегу. Вот я, меня хуйнуло бы сейчас. Значит, сейчас я выбегаю, бегу, бегу. Вот там вот я, опа, внизу переждал. Все понятно.
Сейчас вот взрыв. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Давай, сучка. Эй, сучка, эй! А тут-то чё? Ёб твою медь. Ай, нахуй иди! Ну что, ну как так-то, ну? Давай ещё, хуй, а тут вот это, блядь, всё происходит. Я понятно. Чё не так сделал? Ага, вот подгадать надо было. Там сначала сверкает, а потом идет волна. И, короче, надо пока вот сверкать. Когда волна уже идет, надо было оказаться. Ну вы видели, как батя сделал, батя, бля, гений. Чё как бы скромничать-то, я считаю, если вот ты гениальный. Все должны знать. Все, кончилось. Фу. Как сказал бы самый, блядь, кончелыжный лесплейщик на свете. Так. Сука. Же. Это лифт вниз, а тут что? Тут ничего. Вообще ничего нет. Или что-то, что это темное. Ни хрена, торчит какая-то херня. Все, я уезжаю, манал я. Мы никогда, блядь, не поднимаемся в этой игре куда-то наверх. Мы почему-то все время едем вниз. Да ладно, этот лифт еще при Ильиче построили. Он ядерную волну, войну бы выдержал, Сучка, Бля, звони лифтеру, пиздец, короче. В школу опоздаю. Как выплыть-то? Вот это попадос. Блять, у меня даже время подумать не было, вы чё нахуй? Что где когда, блять, дольше думать дадут, а они дают, они там на деньги, блядь, играют, между прочим. Чё сделать-то? Да-да, бегу брать, блять, телефон. Я тону, между прочим. Ну он что-то мигает же, блять. Жми на кнопки. Все, пизда. Блять. Жабр нет. Бля, я что-то реально не улавливаю. Смех смехом. А Горбачев кверху мехом, собственно. А что делать-то? А. Там дверь, которую, блять, и не видно. Давай, давай, никай, 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 блядь, он выплыл. Тут большинство загадок связано с тем, что просто ничего не видно. Очень плохо видно какую-нибудь дощечку, ручку, блядь, дверку. Хер поймешь, чего. А если я направо прыгну? Заебись, ну что это вот за черный квадрат, блядь, Малевича на стене? Ну ёпты. Такое ощущение, что какой-то проход секретный. Но на самом деле это... Хрен там лысый. Ах ты сука, блядь. Ну ты посмотри, что сделали, а. А там что? И там ничего. Ага. Там еще и слезть можно. Вообще непонятно. Вообще тогда непонятно, что это такое. Ах ты сука, она еще и на время тут. Блять, отлично. Ничего себе загадочка. Малец, блять. Сука, пальцы отрубит. Нормально, нормально. Так, что-то там дверь выделяется. Приоткрытая. Что-то давно за мной никто не гонялся. О, бля, понятно. Затопить надо, значит, чтобы проплыть. Или нет? А,
нифига тут. Там мина какая-то, блядь, морская. Здесь тоже. В чем прикол? А, бля. Это легко. Это мы изи. Чпинг. Хе. Детские загадоньки пошли. Загадоньки для самых маленьких. Блять, это... Эти загадки Мистер Макс, блять, не скетти должны проходить у меня. Со своим сверхумом я тут как-то не к месту. Ну, ёпта, мы лететь будем, не? Вот, ну, бля. Российские авиалинии. Так. Что такое? Ой, блядь, только не ты, ёб твою мать. Выныривай, выныриваем нахуй отсюда, выныриваем. Блядь, не вынырнуть. Ну, пошла нахуй проститутка. Иди нахуй, Борис, Борис, это ж тёлка, дай, блядь, ногой въеб... Блять, ей нельзя 220 подключить к проводочкам. Почему она, интересно, очнулась, когда я уже доплыл почти? Да? Она сосанта-то не интересанта, извините. Как бы и что дальше? Ёб твою мать. Давай, 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 нахуй! За мной бы такая херня плыла, я бы, блин, все олимпийские рекорды побил. Австралийцы это какой-то, ну, батросы, ёпта. Хотя уже, наверное, эти рекорды и без меня побили. Ничего. А, я вижу, вон дверь внизу, дверь, смотрите, справа снизу, видите, открыта. Сейчас я поставлю. Надо, главное, без брызг войти, чтобы не десятки поставили. А закрыть за собой что, не надо было? Пошла в жопу шлюха. Пошла в жопу шмара, блядь. Вот шмарень какая, а. А может, мне не надо было с самого верха прыгать? Может, надо снизу? Там дверь какая-то слева. Блядь, а как же я не успел-то? Все, вообще идеально. Идеально выполненный подход, опасный момент. Все, соси ноги, тварь. Блять, это не конец еще, что ли, заебало? О, боже ты мой! Ага! Сука, надо воду спустить, чтобы она сдохла. И что это? И зачем это? Не, все, нихуя не понял. Приманить ее сюда. Блять, ну и чё? Петелька-то, ёпта, не доехала до сюда. Вообще нихуя не понял. Пизда, мало. Блять, вот почему я так быстро не плаваю? Пошла нахуй. Блять, никуда не понял, чё, зачем этот крюк едет, куда он едет, чего, блять. Хуйня какая-то, блять.
Надо посмотреть, что там дальше. Может, он тупо не нужен? Греби, греби, чувак, греби, 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 блядь, для кнопочки чуть-чуть было, сучка драная. Сучка. Залепи клаксон свой нахуй. Блять, какая-то ебанутая слегонца тут загадочка. Вообще не понимаю, чего нахуя-то. Может, ноги можно вниз сбросить? Охуенно. Другое дело, блять. Вообще другой базар, сразу понял. Вот сразу понятно, блять. Главное, зачем-то чекпоинт вот здесь, блять, а не на той платформе. А зачем я до нее плаваю, блядь, каждый раз? Ай, иди в жопу. Голенькая, кстати, плавает-то. Русалочка, ёпта. А, я так и подумал, что... Приманить, дескать, надо. Ха. Бать, сука, умный, но не сразу. Бублик, еще один гудок из твоего перона, блядь, и пиздец твоему зубному составу. Я говорю, сейчас ты меня выбесишь, нахуй. Блядь. О, блядь. Че там происходит-то? Заебись. Концовка Терминатора. А она все равно сквозь дверь проплыла. То есть, понятно, мне там не хватило миллиметров. Надо ее в самую, вот в самый конец ее как-то приманить. Аккуратненько. Осторожненько. Блять, дал бы и ботинком по башке разан, да и все. И уплыли бы мы отсюда в хэппи-энд. Как-то шумно она плавает, что ее издалека слышно. Пиздец, да это я должен был проплыть, а не она. Ну что за говно-то? Блять, хуйня лютая просто. Блять, тайминги хуже, чем в Фури. Вообще конченые. Шла ты в жопу. Так, а если я сейчас вообще вот буду вот так висеть, она же вон под наклоном идет. Нихуя, да? А, я понял, его за два раза надо туда приманивать. Кнопка-то не одноразовая, сейчас смотрите еще раз. Чтоб прям вот она на самый кончик. Блять, может дать ее за ногу себе схватить и вытащить ее на воздух на свежий, как ей понравится. Шлюхи этой, блять. Все, вот дальше прям вот вообще некуда просто. Это вот максимально, по-моему, уже если еще раз она меня просто схватит. Сейчас мы, блядь. Кнопку эту ссаную тоже, блядь, как-то. Ха-ха, сучка. Эй! Пиздец. Сука, геморройное место, вот просто геморройное. Ты чё? А. Тихо, тихо, тихо. Я вешу 20 килограмм, ничего вообще ломаться не должно под таким весом. Так, ну вот оно, какое-то бомбоубежище. И чё?
Блять. Когда же это кончится-то нахуй уже? Надо и провода галенные туда, блядь, кинуть. 220, чтобы я как уебало разом. Чтоб мне волосы эти, блядь, дыбом встали. Так, ну допустим. Мне кажется, она пальцами у меня уже почти достала. Поскольку она тупая баба, у нее мозгов не хватит меня тут подождать. Послушать, куда я бегу. Так, а здесь, мне кажется, тайминг такой, что надо вовремя нажать на закрывашку, чтобы она не успела. Блять, я сам сейчас не успею. Нога, блядь, нога застряла, сука. Блядь, чё по этой кнопке надо ногой бить, что ли? Да, и всё заново, конечно же, всё заново. Как счёт-то, блядь? Блядь, ебанутые моменты вот с этой овцой. Бля, вечно с этими тёлками всё, не слава богу. Ну что ж за хуйня? Грызи ты, блядь, залупу. Причем от нее-то я уплыл, я вот не успел под дверь именно. Идиотство. Она тут не угрожает, как бы не угроза, не главное. Главное вот как-то, блядь, с дверью с этой разъебаться. Ой, шусенок, блядь, опа, вообще феерично. Вообще не понимаю, где он плавает, куда он, блядь, лезет. Сука, хорошо, что здесь тёлка, а не крокодилы. Хотя хуй знает, что вот лучше. Не, крокодилы плавают быстрее. Ой, блядь. Блядь, ну нет, 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 иди нахуй, нахуй иди, пошла нахуй. Вырывайся, борись, борись с ней. Борись, дай ей поебалу. Пошла нахуй. Сука, она ему сосет уже, по-моему, там нету. Все, пизда мне, куда ты меня тащишь? Я умер. Все, она залезла сверху, блядь. Вот никто ее не хотел, она своего добилась. Но в ответ не услышал он слов, лишь заиграла его душа. В этом лице он узнал ее, ту, что, блядь, что-то там ему нужно. На тебе, блядь, светом вспышку. Нет? А что это, я еще не сдох? А, я все сделал правильно. О, фонарик она мне прилепила. По вине, она меня в матрицу, походу, притащила, тварь. О, караси пошли, караси. О, блядь. Это пираньи какие-то сейчас сожрут, смотри. Не, меня рыбы спасли. Отцепили. Я Аквамен! Может, это конец игры? Все, пацана, рыбы съели. Что это такое? О, он дышать научился под водой. Вот так вот жабры выросли у него. Так бывает, когда живешь в Питере особенно. Что это такое? Утонувшие.
Подожди, там стена, по-моему, доска, которую можно... Как мне рыбами командовать? Смотрите, они за мной плывут. Вот тут же доски, я же вижу, что здесь доски, их надо отрывать. Нет? Ну, хуй её знает тогда, что с ними делать. Там видеокассеты, по-моему, на дне, да, лежат эти три, четыре. А, нет, это просто хуйня какая-то. Квадратная большая. Типа, и чё? Вверх нельзя, там сучка эта. Вернее, это не она даже. Может, что-то с прожектора можно сделать? Не, я вижу, что есть эти канаты. Так, там завалило мусором все. Еще он какие-то люди подключенные, утонувшие. О. Ихтиандры хуево. Блять, а чё ж там надо бы сделать? Где провод желтый? Хуйня какая-то полная. Видно, блять, что доски, но он их нихуя не отдирает. Как в комментах написали, эти желтые провода — это путь к альтернативной концовке. Ну я ебал, я даже с первым проводом, с первым попавшимся не понял, что делать надо, блять. Представь, что там с остальными. О, сфинктер, как в Alien Isolation. Блять, долго он плавает, конечно, тут пиздец. Чуть по башке не дало, КПП какое-то. Оу, oh, е! Yeah. Дискотека! Дискотека! Дискотека века, ёпта! Надо было сломать. Блять, цель игры все портить, да? Понятно. Я думал, это дискобол. Теперь назад полчаса плывем. Хуен. За мной караси. Шевелись, плотва. Блять. Внизу будем что-нибудь смотреть, что там есть. О! Подводная лодочка моя маленькая. Накрывшаяся. Свет для кого-то тут провели, главное, по фасаду. Объектив на фотоаппарате Ломо. Давай, сфинктер.
А, тут течение, нихуя себе. Бля, я поборол систему. А сейчас, походу, пропеллер включится. Там куски тел порубленные, жопа пролетела, туловище. Рыбы за мной не поплыли, да? Предательские рыбы. Никогда не доверяйте рыбам. Они, блядь, чё что, кинут, кидалы, блядь. Караси кидалы, блядь. Чувак, подтягивайся, блядь. Чуть нахуй пятки не отрубило. Опа. О, все. Хе-хе. А если дальше... Ой, блядь, крыса, смотрите, и труп. А если я через следующий пропеллер проплыл бы, что было бы? Надо проверить, надо все проверять. Так, главное, как узнать, что там сейчас вот не крутится. По звуку. О. Пизда, мне кажется, мне. Ай, блядь! Половинка белого. Еу. О. Я так и знал, что здесь чекпоинт. Жалко, в этой игре боссов нету. Трупы, смотрите, трупы. Они вон падают сверху от, из этой молотильни. Из дробилки. Ага. Опять. Эту хуеровину мы знаем. Блять, 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 нет. А, нет. Ай, ай, нет! Сука. Пососите мои яйца. Так, а что делает вот эта крутилка? С микрофоном вместо ручки. Охуенно. Блять, ну это долгоиграющее задание какое-то. Такой дохляк крутит такое колесо. Бля, это геометрия света и тени вообще. Жесткая заданница. Все, надо валить отсюда. Мне как бы эта платформа-то вроде как не... А, может мне на нее запрыгнуть надо? Может, мне просто съебать отсюда надо? А, съебал. Съебаться, конечно, мысль хорошая, но... Ну, как бы нет. Съебаться. Вот так, я думаю, хорошо пойдет. Давай. Ну, мудак. Какой ты мудак. Бля, какой же ты мудак. Ты понимаешь, что ты поехавший. Да. Типа мне надо в дырочку попасть. Не, я в дырочку попадать-то мастер. Тем более там, как у моей бывшей, собственно. Сейчас, блядь, попробуем. Не потерялась ли сноровка молодецкая? Да, все как в нашу первую брачную. Так, вот дырка. Кажись.
Нет. Али дырка ты, али не дырка. А тут что у нас? Че, короче, тут надо делать? Чем питается тут эта маленькая рыбка? О, все. Это просто по... это просто, чтобы не сдохнуть. Ну, проверил на всякий случай. Ох ты, ёб твою мать, а как вода-то сверху? Ух, блядь. Так, внимательно, внимательно. Подожди, это же выход. А кнопка что делает? Зачем закрыла? Нихуя не понял вообще. Ебота какая-то началась. И чё? Чё-то мощно как там надулось. Псиу! В чём прикол? Может, взорвать надо? А, я понял, надо ее снять с этой. Это похоже на игральный автомат за 50 рублей, где надо выдавить приз свой. Бицы, там деньги. У-ху! И нахрена это мне? Вот в чем вопрос. Только не на меня, блядь! Забросить можно. Ловлю, ловлю. Ха. Крутые пацаны не смотрят на тяжелые предметы, которые летят в их сторону. Вот что это. Батя разрулил. Меня пугают большие помещения, блядь. Когда маленький-то все понятно. Че это за сортир затопленный, смотрите, кафель какой-то. Как все просто. Главное не паниковать. Теперь я смогу влететь в эту воду у меня над головой, где трупы висят. Как-то странно их утопили. Или мне туда не надо? Так, желтый провод. Интересно, как те, кто тут работал, нажимали эту кнопку? А, спасибо, не надо. А дальше ты что? Блять, нихуя тут многоходовочки. Интересно, что же это, блять, за механизм такой? Да ломай ты нахер. Отражение прошлого.
Что, мне как бы не сюда, да? А что я должен сделать? Ну как бы, там чашка вон стоит забытая. Как бы я ее сломал, да? Ну давай попробуем, может, все-таки до верха нас долетим. До верха, может, долетим. Уплывем отсюда. Да. Уж, улетел, блядь. И чё? А это чё? Двойной полет, двойной Ван Дамм, смотрите. Уи! Они вон глистами их заразили и утопили. Вон у этого глист прямо из жопы торчит, смотрите. А нет, почти из нее. Глист немного промахнулся и вылез не там, где надо. Бля, это реально просто после просмотра Матрицы, наверное, он-то. И чё? Мне это не надо было поймать? Ну ладно. Сейчас батарейки повытаскиваю. Ну, как это, ну, тампоны бывшие, ну, сами шутку придумайте, короче. Я мне надоел уже генерировать. Затычки вытащил, открылось. Ладно, я думаю, что, дальше, думаю, пойдем уже в следующей серии, ибо нефигу. Не знаю, когда эта игра закончится. Вроде она должна быть такая длинненькая. Ну, Лимба была серии на 10, по-моему, может, чуть поменьше. Но это, в общем-то, проходится быстрее, чем Лимба. Хотя с такими затыками я бы не сказал. Короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все такое.